Дорогие наши уважаемые мужчины, разве можно вообще рассуждать, насколько важен праздник? Он самый важный праздник в нашей стране, потому что он дает нам возможность чувствовать себя защищенными. И эту возможность даете нам вы. Вы наши настоящие мужчины, сильные, крепкие, смелые, храбрые, отчаянные, которые дарите нам свое будущее и свои сердца. Спасибо вам огромное. Мы вас очень-очень любим, уважаем и, конечно же, поздравляем с этим праздником много лет. Возвращайтесь домой к своим любимым женам. Будьте прекрасными отцами, братьями. Дарите нам возможность видеть вас улыбающимися и счастливыми. С праздником!